Доброго всем времени суток, с вами Тексер. Новая неделя, новый SnowRunner. В этот раз будет счастье для пожарки. Поедем, наконец, по поручениям на острове Драмонт. Дотянусь. Топливо, сейчас заправим. Так, давайте попробуем. Вот оттуда просто залить и всю ну, из бака. На голову так же, не пересаживаться. Итак. Что у нас в замыслах? Я бы, конечно, тут с посылочки начал, но с другой стороны, смотрите, тут есть интересный блок. Гонка под дождем. Тут надо что-то доставить сюда. После чего бой в грязи, надо вот эту машину, наверное, вытащить оттуда. Поэтому сначала гонка под дождем. Погнали. Машина, ты чё? Ты меня не пугай. Я тебя нахваливаю каждую, не знаю, каждую серию. Тут фигней страдаешь. Давай вперед. На грязи вообще панически боится, да, у нас? Ладно. Не, ну я, конечно, вытащу, но, блин. Чё ж ты так грязи-то боишься? Ай! Вылези из болота. Ты ветки туда закинула. Ну, в целом, нормально. Так, я, возможно, перестарался с громкостью, наверное, да? Да не, блин, не может быть. Я просто видео смотрел, там машины меня почти заглушали. Так, ну что, ты опять вязнуть. Опять вязнуть. Слушайте, она не очень хорошо тут ездит. Не совсем про нее карта, да? Но все равно там по камням пробираться через реку, я думаю, эта машина блеснет. А грязюки тут, да, тут реально грязюки много. Ну, куда деваться? Ползти надо, поэтому ползем. Утро, вечер. Сейчас, секунду. Вечер. День. Хорошо было бы день зафиксировать. Кстати, очень полезная функция была бы в игре. Но нет, так не делают. Увы и ах. Так, давай вокруг, по кругу сейчас тут. Метнемся. Машинка уже, кстати, порядком побита, и бы тоже в гараж. Ну вот, миссии закончатся и в гараж. Все поедут в гараж, потом все поедут на Аляску. Куда деваться? Видите, по земле все четко идет. Не буксует, прет. Ох, как она прыгает. Молодца. А тут есть довольно-таки коварные глинистые места-то. Ну ладно, я думаю, все будет хорошо. Просто бой в грязи. В грязи. Миссия называется. Возможно, придется скауту оттащить. Ну ладно. Скаут тоже, кстати, в грязи не особо хорошо себя показал. Не падай. Я просто отвлекаюсь на уровень записи, так покоситься. Бум. И мотор не доламывает. Мотор еще понадобится. Ладно, давай чуть прибавим. Просто большие грузовики, они прям рычат. Так, 38, да? Давайте 45. Так. А, вот тут направо и туда, да, хорошо. А, под дождем гонка, да? А что, дождь начнется по заказу? Нет? Блин, будет очень смешно, если там вид из кабины. Я что-то не посмотрел, ну ладно. Машина шуруй, не надо застревать. Я же понимаю, что тут везде грязюка. Но застревать не надо. Наши мосточки эти маленькие. Ой, не бей мотор. Он тебе пригодится. Так, туда хоть? Ну да. Вот, блин, где-то хрень. Сюда. Стоп, стоп, стоп. Ты уже что ли поворачивать? Да, я уже проехал. Нам туда. Ну, вперед, пожарка. Ой, ёлки, что ты в грязь-то полезла? Ты же оттуда не выкрепаешься, если застрянешь. Так. И противолодочным зигзагом таким. Ну, да тоже. На заправку, что ли? О, как. Нормально. Так раз, на заправку дырка.
Я что-то и не знал. Это можно было по мосткам в Пасифике-то не таскать, а можно было тут проехать. Не знал, не знал. Ладно, это не грязь, это не серьезно. Так, и где-то здесь задание, я правильно понимаю? Я тут прицеп, по-моему, таскивал. Итак, состязание. Гонка под дождем. Гараж, пересесть, эвакуация. Понятно. Проверить состояние. Очень на нас рассчитывают. Секунду. Туда, да. Через реку. Минуту с чем-то надо успеть. Ну, сами понимаете, тут вокруг нельзя ездить. Тут вот напрямую. Скаут по этой вот хрени пробрался. Неужели пожарка не проберется? Я думаю, проберется. Потому что она по камням ходит гораздо лучше скаута. Я движок тут не бей. Так. 38 минут, кстати. Там полторы, по-моему, минуты надо. Что-то такое. Блин, двигло бьется вообще пипец. Ну, потому что я тороплюсь. Вперед! А чуть-чуть, блин. Никуда. Чуть-чуть промахнулся, блин, колесом. Все, давай, пошла, пофигу на все. Вперед! Так, куда? Куда, блин? Куда? Направо. А, минут 19, там полторы надо вложиться. Ходу! Давай, 10 секунд. Первый раз не на золото попаду, да? Золото. Успел. Минут 28. Фу. Это было круто. Прям подвяз так там. Чуть-чуть промахнулся, вот немножко. Так, здесь не проехать, вокруг надо. Вот, по этой. А, принять. Пожарка, ты смогла. Вот хоть в конце провалилась немножко, но смогла. Ну, отличная машина. Просто отличная. Главное, в грязь на ней не проваливаться. Вот, не любят. Найду на Аляске высокую подвеску, и вообще цены не будет. Потому что она же не застревает, она пузом ложится. Если бы она застревала, она просто ложится. Так, погнали, вроде сюда. Там какого-то скаутского родственника вытаскивать из болота. Так, да. Немножко долбится обо все, но не страшно. Там чуть-чуть по единичке, по двоечке, это фигня. Так, я туда хоть лезу-то. Ну, не совсем, мне вправо. Тут дороги даже как таковой нету, но нам вправо. Уху. По лесу. Вперед. Дороги нет, есть направление. Так, туда. Ну вот тут что-то есть. Какая-то грязюка какая-то такая. Тут вроде кто-то на квадрике как будто ездил. Блин, тут пожарка-то не проедет. А должна бы. Ну а куда деваться? Надо как-то пролезать. Надо, давай. Че, серьезно? Блин. То есть туда должен был скаут чисто пройти, больше никто. Тут что-нибудь обходное есть? Нет, обходного ничего нет. Ну что ж. Будем на веревке протаскивать. О, все, пролезли. Ну, чуть толкнуть надо было. Жуткое место, жуткое. Вау. Ну. Ай! Стоп. О, поехала. Пошел черт по бочкам, называется. О, блин, там глубоко. Давай, уходи оттуда нафиг. А, у нее лебедка такая, что она поднимает просто. Я же мощную ставил. Стой.
Поехали. Поехали, поехали. Ну, пробрались, пробрались. Все хорошо. Если отсюда что-то на буксире утаскивать, это будет пипец. Давай, поручение. Это завтра мастерской. У нас кое-кто решил быть поближе к природе, вот неожиданность. Застрял в грязище. Ну, мне-то грех жаловаться. Такие лохи меня работу обеспечивают. Не поможете им? А, позвольте сказать, чем? Доставить дом рабочего скаута. Куда? Куда? Куда доставить? Нет, ну я его захвачу, да. А куда доставить-то, я не понял. А, вот дом рабочего. Еретицк сила. Далеко. Ладно, доставлю, что. Нечто мне сложно. Кстати, он не сильно утонул. Чего переживаем? Сейчас его сюда выкачу. И туда уволоку. Ну как его по дыркам по этим потащу, я не знаю. Так, секундочку. Я присесть туда могу? Не могу. Я могу его только таскать. Окей, скаут. Все с тобой ясно. Ты поедешь за мной по этой узкой и хреновой дороге. Судьба-то такая. Так. И опять вот это вот, что я не могу за морду зацепить, если я нахожусь, так сказать, не в передней плоскости. Плоскости, но не в передней зоне. То есть не перед ним, я могу только за борт его хватать. Почему? Я где угодно должен цеплять его. Какая разница-то? Вот, теперь могу. Так, а что такое? Что за хрень? Я вообще-то не могу лебедку его подтянуть. А почему лебедка у меня не работает? О! А у меня еще и мотору кирдык. Я и R не могу. Escape. О, все. Вот так, стоять. Ремонт. Кабина обслуживания, что у нас? Бак побитый. Это побитый, это побитая. А того и чинить не буду, пошел он нафиг. И чего? Скаут. Чиненный, кстати. Вот очень муторно тут все это работает. Открыл меню, с лебедкой проблемы сразу. Хренотень, короче. Погнали. Какой тебе пуст двигателя? Тащись, наверное, на веревке тащись. Пуст двигателя. Волочат и радуйся. Ой, блин, мотор бью. Ну, я починился зато. Да блин, да что ты так... Вот так давай, ладно. Очень странно оно ехало, конечно. Ну, тащись, тащись, давай, ползи, ползи, ползи. О, тут будет сейчас узкое место, где без лебедки. Ух ты, на 16-то как здорово. А где без лебедки хрен пролезешь, да? Вот тут. Или пролезу. Нет, тут в разные стороны-то оно по-разному. Куда-то, может, пролезу. Ну ладно, ладно. А, вот. Вот. Нет, не так. Вот так. А, вот так. Давай через дырку. Опа. Хорошо. Теперь ту прицепим. О! Чё там? Никак?
Ну давай, давай, давай. Вот так, и вперед. Давай. Ну. Во. Себе мотор бью, этой каркозябре мотор бью. Все бью. Сейчас все дергает пуст двигателя, я тебе топливо не дам. Не заслужила. Каракатица дикая. Давай, давай, давай. Ворочайся, ворочайся отсюда. Сейчас выйдем на ровное, все будет хорошо. Там только в грязюке не застрять потом и все. Так. И сюда. Нормально. Тут, возможно, еще для пожарки миссии будут. Тут тоже черт поймешь, что куда. Так. Туда не хочу. Влево надо выруливать. Влево вот на эту дорогу и туда, 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 туда. Все, понятно. Погнали. Бум. Нет топлива, нет топлива. Нет топлива. Выруби мотор вообще. Ключи выкинь куда-нибудь подальше. Блин. Мотор бью в этих. Бобслей какой-то. Еле пролезает, потому что машина широкая довольно. Бам. Не от меня биться. Я сейчас даже по-другому сделаю. Я чуть отъеду уже. Все. Потому что расстояние позволяет. Ну, блин. Так. Расстояние позволяет, поэтому можно уже на расстоянии ее тащить. Пошел. Нет топлива. Не дам тебе топлива, у меня тоже топлива нет. Блин, у меня вообще топлива нет на самом деле. 50 литров осталось, это рыдание. Так, стопэ. А у меня же топливо тут есть. Скаут. Нет, нет у меня тут топлива. У меня только чинилки здесь. Поехали, значит, как есть. 48 литров. Буду надеяться, что что-то из этого будет. Так, секунду. Время, 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 время. Опять я в вечер ушел. Давайте утро тогда. Лучше утро, чем вечер. Так, поехали. 47 литров. Где-то по пути я, значит, вырублюсь. И меня никто не заправит. Потому что заправка осталась в начале. Ну, ладно, ладно. Авось прорвемся. Юху! Вперед. Угу, угу. Не, ну паузу на самом деле. Просеку-то делаю. Там это еще, правда, в грязь не въехало. Че все время скаута вытаскиваю, интересно, а? Такая ненадежная машина. Так, уходи от бревна, уходи. Бревно нам не надо. О! Давай, влево-вправо, влево-вправо. Ну, только с топливом проблема, а так все хорошо. Если бы не топливо, вообще все прекрасно было бы. Но тут вроде не глубоко, а там, где не глубоко, оно прет. Вот тут может быть хреново. Нет, нормально. Нормально, 6 литров в минуту. 7 минут, может, доедем. Но надо будет GMC-шку перегонять уже, наверное, так, выезду, что ли. Ой, тут хреново все. Так, даже рискнул возле камня. Ну, все нормально, прошел. Что-то опять пуст двигателя. Хватит тут изображать из себя. Не пойми кого. Вперед. Тащи его. 38, может, хватит? В принципе, уже недалеко. Там, правда, грязюка вот в районе сервисного прицепа большая. Но ладно, ладно. Тут зато асфальт. А по асфальту мы летаем. А, не, здесь нет же сервисного прицепа-то. Тут вообще прямая финишная. Все, отлично. Перепутал. Сервисный прицеп остался сзади. Летим. Тут не застрять. Хоп, не застрял. Ну, как всегда, пожарка ждет. Все, асфальт. Давай, 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 лети, лети, лети. Заодно посмотрим, что у нас за задание. Может, конечно, для нее, но, блин, без топлива для нее как-то. Не очень как-то для нее. А можно вынырнуть на ту сторону, там тоже, по-моему, никого топлива нет. Тут большой вопрос, надо ли сюда перегонять заправщик. Тридцаточка. На тридцаточку я до заправщика, мне кажется, не доберусь. А с другой стороны, что там заправщику делать? Ничего. Ладно, зависит от того, какая тут задача будет. Принять. Все, привезли. Отлично. Ничего тут нету.
Молчаливый наблюдатель. Вот знай бы, что это. Знать бы, что это. Так, ладно. Что там у нас? 20 минут. Можно еще что-то попробовать успеть. Скаут, блин, тоже без топлива сидит собака. Что у нас тут? Тут у нас вот утерянная посылка и туристический аттракцион. Давайте White Star и посмотрим. Че, полный привод давай. Кто тут закопался? Смотрим, что за поручение. Здравствуйте, это Карен из мэрии Steel River. Как тут забралась-то? Очередная партия груза для проекта по обновлению Main Street доставлена не в полном объеме. Прошу вас проявить гражданскую сознательность и найти эти поддоны. Три поддона специального груза. Это не для этой машины. А куда сдать? Сюда, наверное, на склад, да? Ну, галочка-то вниз. Там... Три поддона. И вон там. Ну чего? White Star заберет вот это. Fleet Star заберет там. Нормально. Легко, просто, непринужденно. Странно, что сюда, я аж удивился. Может, думал, Steel River надо. Нет, нахрена. Сюда. Так что едем и забираем. И Fleet Star сюда прибежит. Нормально. Он потом ждет вывоз прицепов в конце, я уже так предвкушаю. Ой, блин, сколько тут возить, прицепов-то много. Так. Где-то относительно меня, слева. Угу. Погнали. Ох ты ж ты какое! Я понял. Fleet Star не привезет. Да, у меня большой вопрос, оно поднимет вообще? Ну, мне кажется, должно. Так. Давайте пробовать. Или, кстати, тяжелый кран нужен. Тоже, кстати, вариант. Не, нормально поднимает. Ну что, Fleet Star придется два раза ездить. Или это сгоняет, кстати, о птичках. Он гоняет неплохо. Так. Крутись давай. Крутись, крутись. Медленно крутится, конечно. А давайте такого бросим. И все. Так. Восстановить. Упаковать. Вот и все. Слушайте, а может White Star'ом действительно их все вывести? Штука устойчивая. Возит хорошо. Ну, понятное дело, что можно было длинным прицепом. Мне кажется, Fleet там корячится будет с этим низкорамником. Не знаю кто. Ну, сюда же низкорамником только если вести. 20 сразу. Не, видимо, лучше по одному. Не так далеко ехать, да. Ну, Вайт пускай побегает тут. Ой-ой-ой, куда я пошел? А, выгрузка там, все правильно. Все ж правильно, выгрузка-то там. Вот тут еще вон этот какой-то. С флажком почему-то задание странное. Почему с флажком? Ладно, еще доберемся. Сначала надо сделать то, что взято, потом уже всем остальным заниматься. Так, поручение понятно, выгружать туда. Ну, для этих грузовиков-то не проблема. Раз посылка. Так, где еще посылка? Угу, вот тут. На отмели на какой-то, блин. Так, это эти два моста. Как тебе подъехать-то лучше? Отсюда, наверное. Погнали. Так, топливо норм, все. Все норм, погнали. А издалека можешь, правда, флитом привезти. Ну, по крайней мере, туда его не гнать получается. Ну, только обратно приедет и все. Ага, потом туда, чтобы уехать отсюда, да? Ну, увидим.
принципе, какая разница. Че буксуем? У тебя полный привод включен. На полном приводе хорошие грузовики не буксуют. Ну да, там грязь не грязь. На пожарку хорошо прокатили. Я надеюсь, для легковушки больше заданий не будет, потому что у меня обе легковушки сейчас без топлива стоят в разных углах. Ай, вот это долбанул. О, подвески почти не осталось, тоже хорошо. А ремонт у нас только пожарка. Ну, ремка там стоит на соседней карте, но это далеко. Да, второй контейнер я флитом сюда повезу. Что вот так вот еще раз влечу, и рестор не будет. И кто это будет чинить? Никто. Нечем. А поломки рестор, ну вот тут удары по подвеске, они тут вообще рандомные напрочь. То есть никак вообще не предугадаешь, где тебя долбанет. А за две карты грузовички-то поушатались. Они же две карты уже не чинены. Так, ну, с озера ты тоже никуда чиниться не поедешь. Там к гаражу доступа нету. Так, хорошо. И вот тут спуститься, и оно. Вон там на острове. Не факт, что правильно отсюда подъезжать. Да, блин, хрен его знает, откуда тут подъезжать надо. Так, стоям бы не подучу. Не, ну по логике, конечно, оттуда, с камня, с этого, да? Глубоко что-то. Такое ощущение, что глубоко. А, ладно, вырезу как-нибудь. Ой, ёлки. Стоять? Да ничего, так можно. Почти, я успел на пятерочку нажать. Так. Не кувырнуться, главное. Ну, вроде стоит на камнях, поэтому кувырнуться не должен. Оп. Ну, давай, давай, давай. Еще чуть занеси, и будет все. Ай, хорошо. Что я делаю? Не знаю. Что делаю. Так. Вот так давай, что ли. Хоть как-то туда в кузов попади. Пом. Есть. Так, выйти, упаковать, восстановить. Ну вот так. Норм. Погнали назад. Все хорошо. Блин, как тебя колбасит. Такое впечатление, что он сейчас переломится вообще. Раму так перекручивает. Есть шанс перевернуть на самом деле. Такой не кислый. Так, ладно, езжай пока так. Я просто пока не вижу места, где можно развернуться спокойно. Ну что, без проблем. Без камней. Вот так, наверное. На самом деле готов был уже прям это по мосту задним ходом ехать. О! Чуть не ковырнулись. Тоже хорошо. В грязюку-то и дождик начался. Ну, вообще красота. Погодка-то вот шепчет, да? Езжай на Аляску, там дождя нет. Так. По краешку, по краешку. Пошел. Пришел. Как свалился, черт его знает. Так, ладно. Ай. Ну, с этим мы ничего не сделаем. 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 Давай, 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 пошел, 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 пошел. О. Давай, вкарабкивайся. Сейчас, погоди. Блокировочки. О.
Да, блин. Машина, ты что творишь? О, правильно, давай колеса еще ломать. О, все. Поломал все, что можно. Так, дотянусь? Ну, наверное, дотянусь. Так, чиниться он не может. У него там запасных колес, по-моему, нету. Да? Да, ремонта нету. Уху-ху. Ну ладно, пытаемся утащить, что бак битый, это битое. В общем, сюда нужно ремку гнать, я так понимаю. А что, вверх ногами, что ли? Ну ладно, вверх ногами, только вверх ногами. В принципе, какая разница, вверх ногами, не вверх ногами. Давай туда. Эй, ты давай это. Вот так хотя бы. Пум. Тоже неплохо. Так. Бак течет. Упаковать груз. А, восстановить стрелу. А, нет. Погнали. Че? Уп. Погнали. Конечно. Уп. Да что ж у тебя такое? Все прям рывками такими жуткими. Пробуй плавнее ездить машины. Так, у нас на сдутом колесе мы на одном, бак течет, подвеска, я не знаю, кстати, как тут сломанная подвеска отрабатывается, но, видимо, тоже как-то отрабатывается. Все хреново, короче, все убито, все ушатано. Ну, туда-то я доползу, а обратно-то с дырявым баком как? Нет, ну я, в принципе, могу вот тут сейчас 300 литров набрать топлива и наслаждаться жизнью. Давай, крути. Ну, как-то вот подвесочка-то хреново сказывается на ходовых качествах, убитая подвеска. Блин, мост этот, да? Все ушатал, всю машину. Я думал, у меня только подвеска долбанется. Не, и бак, и колесо. Колесо-то как, я не пойму. Колесо-то тебе что сделало, зараза такая деревянная. Сейчас плесну топливо сюда по максимуму. И попробую на нем добраться как-то. Потом хрен с ним, пускай меня ремка спасает. Литров это 300 литров. И пусть меня ремка потом спасает. Я так понимаю, мне не светит спасение от пожарки, потому что у пожарки просто, реально просто ресурсов не хватит. Хотя тут бы бак залатать, на остальном доползу. Ну, посмотрим. Ну, я все-таки, наверное, егеря сюда пригнал бы. Надо посмотреть, что у него осталось. Колеса точно остались, но колеса мне не очень нужны. А вот бак. Машин, что, у тебя на мощности как-то все сказалось, что ли? Такое ощущение, что на мощности сказалось. И что-то как-то колеса вот такие, как будто они на желе трясутся. Это, видимо, подвеска убитая. Да? Ты ползи, пока бак не протек. Пока из бака все не вытекло. Так, я на мост удачно зашел. Мне как раз этого не хватало. Для полного счастья. Ладно, теперь топлива точно должно хватить. А, переднее колесо сплющенное вон идет. Оно убитое. Остальные нормально. Интересно, все шесть можно ухайдакать? Вообще сопротивление, конечно, вот теперь у нее, ух. Че, полный привод включить или так выйдешь? Вернее, блокировки. Полный ты и так включен. Да. Ну, на убитом White Star это я, конечно, да. Лихо пошел. Ну, кстати, возможно. А, нет, не доползет он. Че стоим-то? А, понятно. Настолько?
Прям вообще не тащит. Слушайте, это даже уже не подвеска, это не пойми чего. Это, видимо, эффект спущенного колеса. Ой, чё, блин, оно, видели, оно пыталось под капот куда-то выкрутиться вообще это колесо. 200 литров. Ну, нормально, такой кусочек 100 литров потратил. Не, чинить, только чинить. Само оно отсюда не уедет. Может, конечно, перебежками. До заправки, после заправки. Но, мне кажется, в грязи там она и останется, даже без контейнера. Вообще, ее Флитстар может волоком утащить. Кстати, вот вариант. Флитстаром, волоком его уволочь отсюда. После того, как я привезу контейнер. Вариант. И он ее на синюю карту вытащит, его больше ничего не надо. Он может. Так, наверное, сделаю. Чтобы ремку сюда не гонять, лучше этот грузовик к ремке притащить. А границу карты он как-нибудь сам пересечет. Да. Пожалуй, так будет лучше всего. Интересно, машина оставлена, так сказать, без присмотра, она из нее из бака вытекает, нет? Так, все, сейчас на разворот. И стоит тут. Ну-ка, 149, 48, да, вытекает. Ладно, флит, иди сюда. Ты, да. Поехали. Последний этот кусок добыть. И на том миссия закончится. Это, на которой я машинку-то ушатал. Блин, еще прицеп отсюда увозить как-то. Ну, понятно, как на Вистар пригнать его увезти. Я все прицепы заберу, я никакой не оставлю. Так, ладно, пепелац, пошли. Сейчас посмотрю, где по карте. И, наверное, как раз цапнем и увезем. Бам. Ёлки! И этому не везет. Карта-то, а? Так. Ага, на обочине лежит. Ну, как всегда, все как всегда. А тут еще какой-то груз с корабля выпавший есть, я помню. Блин, мы без ремки тут не выживем. Тут еще долго топтаться. Так, ладно. Тут. Нет, там не поеду, я только машину шатать. Я пока, опять-таки, не на полном приводе, чтобы топлива хватило до заправки. Между контейнером еще отсюда ехать. Заправочки-то все там у нас. Что заправка, что цистерна. Все там. Блин, а это почти на выезде, да? На дамбу. Ладно. Сейчас заберем. Так. Ну, видимо, задним ходом спускаться буду. Точно. Носом в стену. Че нет-то? Давай. Во. И более-менее ровно надо спускаться, чтобы без перекосов, чтобы она на опоры встала. Блин, прицеп ты этого, прицеп, вернее, контейнер, ты там не подпрыгивай так сильно. А, кстати, пока я миссию не взял, его, походу, не было тут. Я просто не помню, что он тут был. Так. Не успел боковую опору одну вытянуть. Ладно. Я попробую сзади его так поднять. Поднимешь? Не поднимет. Ладно. Втащишь? И не втащит, да? Ну, тяни как-нибудь. Не знаю как. Как-нибудь. О! Я пускай. О, отлично. Хоп. Упаковать груз. Сложить стрелу. Красота вообще. Так. Полный привод. Вперед. Вообще просто втянули, как пылесосом. Ну, выбраться отсюда не проблема, я думаю. Хоть деревьев и нет, вылезет. Ну и все. И до базы, а по пути заправляться. Отлично. Все хорошо. Пошатывает, конечно.
потому что высоченная. А так все хорошо. Ух ты ж, ты только не кувырнись. Поотвык я от этой машины волшебной. Так, стоп. Тут ты куда? Проскочил. Сейчас я могу где-то кувырнуться, кстати, на ней. Я немножко отвык от ее волшебной устойчивости. Так, вперед. Сейчас на скорость как ух. Да, она может так удачно, как White Star, не упасть, но чтобы лебедку применить. Кстати, в эту сторону я тут еще и не ездил. Я ж только на выезд туда. Ну, блин, ну дерево. Это дерево. Все, провалилось. Ну, ладно. То ли я его объехал, то ли оно провалилось. Топливо не вагон. Ну, главное, до заправки добраться. Там все хорошо будет. А, следы пожарки тут. Когда пузом прочертил, остаются. Интересно, как движок работает, вот грязевой. То есть настолько, что следы вот эти вот остаются. Правда, при перезагрузке карты они пропадают. То есть вышел с карты, вернулся. Тут такая абстрактная колея появляется, ну, типа как было, базовая. Индивидуальные следы машин нет. Вот же додумались они когда-то, да, демку сделать по этой грязюке. В целую игру, серию игр уже выросла. Хороших игр. Так, надеюсь, я куда надо еду. Газ? Туда. Газ? Угу, да. Тут самая грязюка у нас на повороте. Ну, проедет, я думаю. Я тут только один раз Pacific увязил, как-то умудрился, и все. Остальные все нормально проезжали. Pacific туда ж за деревья цепляться пришлось. Все, где-то там за мостом, по-моему, заправка. То есть уже недалеко. Вообще хорошо бы недалеко. Немножко серия затянулась с этими всеми заморочками. Я-то думал, пожарка пару миссий и все. А получилось пожарка, пара миссий, пожарки как-то коротко прошли. Ну, короткие они реально маленькие. Вот. А с грузовиками вот что-то заморочки. Ну, с этим-то вроде нет. Пока нет. А White Star попал. Но его можно пока не использовать, можно этим ездить. Но у него тоже вон половина амортизаторов уже осталась. А еще он шатучий, а тут горы. Ну, надо смотреть, какие там задания, конечно. Может, тут осталось вообще расплюнуть. И можно будет паковаться, вывозить все уже все, выезжать, продавать прицепы и так далее. Уж так-то миссий немного. Сколько это насчитал? 6-7? Вот сейчас 3 сделали. Половину, считай, выпилили миссии. Не, может остальные, конечно, особо злобные, но вот цистерну-то отсюда упереть надо будет. Но это на Вистар. Цистерна, тот прицеп, еще, по-моему, длинный синий здесь прицеп есть. То есть 3 прицепа тут на Вистаром точно тащить. Тут к бабке не ходи. Навистар будет пахать, как папа Карло. Тут еще что-то с контейнерами. И возможно, эти контейнера надо будет полуприцеп большой синий брать. Хотя какая разница, все равно сюда Навистар гнать. С прицепом, без прицепа, какая. Через полкарты дамбы. Даже не через полкарты, там еще побольше получается. Там такой вензель по ней. Он же сейчас на буровой стоит вместе с Пасификом. Кстати, о Пасификах. Короткий Пасифик же здесь. Ну, вот он за туннелем. Он вполне может на места заметить. Единственное, что он цистерну не увезет. У него седла никакого нет. А если есть, то, наверное, высокая будет. Да, на Вистар по-любому стал тащить. Ну, ладно, притащу. Пригоню за кадром. И будем вывозить все. Все ж не приколочено. А смотрите, справная машина тут тоже на эту горку не очень прет. Наверное, вот контейнер правда тяжелый. Я думал, там грузовик побитый виноват. Нет, это тоже тяжело идет.
И уже опять вечер, уже закатное солнце, ну ладно. Сейчас. Контейнер отвезем и солнце закатим. Плыви, плыви. Сейчас, наверное, гляну, какое тут задание еще одно сразу. Чтобы так представлять вообще, к чему готовиться. То, может, туда легковушку надо. А легковушки все пустые. Тогда надо бензин туда гнать. В общем, куча дел. Как ни крути, куча дел. И сейчас какую-нибудь яме кувырнуться напоследок, да? И все. Не, ну... White Star перевернет, если что. На это его хватит, если весь бак не вытек. Итак, разгрузить. Отличная работа. Да, на здоровье. Так. Тут у нас рядом была какая-то хрень. Он туристический аттракцион. Я про него. Хреново они эту обнову сделали, что теперь поручения не все в списком идут. Надо к каждому подъехать. Было удобнее там. Из списка посмотрел, что где надо. И их компонуешь как-нибудь. Так, хоть туда едут-то. Вроде туда. Да. Сейчас узнаем, что за флажок такой стрёмный. Поручение. Это снова Карен и Steel River. Блин, только расстались, да. Начинается туристический сезон, надо проверить, в каком состоянии дорога на остров Холлис после недавних линий. Можно вам поручить? Конечно. Ведь посмотрим, в каком... Чё дорога на остров Холлис? Вот это? Блин, там я на этом, на скауте там проезжал уже, жеж. Уже жеж. Но я проеду. А сдавать-то куда? Туда же. Смотрите, и все, и тут вот все. Все тут. Больше ничего. Гонка под дождем, это на время можно много раз посмотреть. Тут пусто все. Потом перемещаться сюда. Вот раз. Задание. О, красный прицеп. Два, три. Все. Остается тут три задания. Блин, на жопу в том, что я сейчас на остров Холлис. А мне, чтобы White Star забрать. Ну ладно, ну если у него что-то останется. Хотя вот этим можно подъехать заправить. И встретиться вот тут на заправке с ним. На заправке он как-нибудь дошкандыбает, да? И его на прицеп взять и утащить. Как-то так. Прицепами заниматься некому. Флитстар, конечно, может. Что-то. Красненький, сервисный. Два прицепа, да? Да, два прицепа. А низкорамный и топливный. Это Navistar. Ну, в общем, финал близок, как вы видите. А на этом все. Жмите, пишите. До новых встреч.